Итак, решение принято. На базе спортивной школы Олимпийского резерва номер 3, что в Новочебоксарске, будет создан российский центр борьбы. В городе Спутники уже давно действует секция по вольной борьбе. В течение многих лет воспитанники школы становятся победителями самых престижных соревнований в этом виде спорта. Как будущая тренировочная база, спортивный комплекс был назван не случайно. Здесь созданы все условия для тренировок борцов. Есть специализированный зал, бассейн, раздевалки. Гости предметно посмотрели, что нуждается в реконструкции. Обсудили будущие финансовые вложения. Часть средств готова выделить спортивная федерация по вольной борьбе. Поможет и республика. Все вложения окупятся победами российских борцов. В республике активно развиваются и другие виды борьбы. Заместитель министра спорта России Сергей Косилов побывал и в спортивной школе Олимпийского резерва номер 10 по самбо и дзюдо. Учебно-тренировочную и воспитательную работу со спортсменами ведут 14 тренеров-преподавателей. Школа специализируется по борьбе самбо. 7 лет назад открылось отделение дзюдо. В настоящее время в школе занимается более 700 учащихся. Тренировки проходят и утром, и вечером. Гости пожелали молодым спортсменам удачи на будущих всероссийских и международных стартах.